Стодневный воркаут – образовательная программа для тех, кто хочет привести себя в отличную форму или возвращается к тренировкам после долгого перерыва. Здесь расскажут, как эффективно заниматься, правильно питаться и ответят на все вопросы, которые могут возникнуть у новичка. И все это абсолютно бесплатно. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Вы просили совета мезоморфу? Получайте! Поехали. Сначала мы разберемся, что нужно мезоморфу по тренировкам, потом уже перейдем к питанию. Мезоморфы – это люди, которые хорошо набирают массу и которые хорошо скидывают массу. Поэтому для мезоморфов подходят разные типы тренировок. Это могут быть с маленькими весами, с большими весами. Зависит от типа того, что они хотят сделать – просушиться, либо набрать массу. Если же мезоморфы хотят набрать массу, то им нужно работать с большими весами и делать в основном базу, как и всем, в принципе, типам телосложения. Если же мезоморфу нужно просушиться, они тогда будут работать с более маленькими весами, а также будут делать всякие изолирующие упражнения. Для мезоморфов отлично подходит объемный силовой тренинг. Это такой тренинг, который помогает набрать мышечную массу и также скинуть какой-то жир, да, который у вас остался. И это такие тренировки, которые будут занимать у вас где-то 60 минут. Вы будете работать с довольно большими весами и довольно интенсивно. Как я и сказал, тренировка у мезоморфа должна быть довольно интенсивной. Если человек не особо заплывший, да, жиром, то он может заниматься где-то 45-60 минут. Опять же, это зависит от того, насколько человек натренирован, насколько у него много жира и так далее. Если много жира, то можно дойти до 2 часов за тренировку, это не проблема. Новичкам-мезоморфам нужно подбирать такую тренировку по результативности и интенсивности. То есть, вы будете делать, например, в первую тренировку много повторений с маленьким весом, во вторую тренировку много повторений с большим весом, в следующую тренировку мало повторений с большим весом, и, ну, вы поняли, да? То есть, вы даете мышцам постоянный стресс и меняете интенсивность тренировки. Более опытным спортсменам, мезоморфам, нужно корректировать программу тренировок в зависимости от их цели. Если они хотят подсушиться, то тренировка должна быть построена под сушку, более интенсивное, продолжительное время. Если хотят набрать массу, то тренировка должна быть не такая интенсивная, как, например, при сушке, и, естественно, по времени меньше. Мезоморфам советуется выполнять аэробные нагрузки, это кардиотренировки. Это может быть бег, это может быть бег трусцой. Перед тренировкой нужно делать 20-30 минут аэробных нагрузок. Такой тренинг поможет держать ваше тело все время рельефным. Теперь переходим к питанию. Что же касается питания для мезоморфов? Мезоморфам не нужно жрать очень много углеводов, и особенно быстрых углеводов, сладостей всяких, если они, конечно, не хотят набрать огромное количество жира, а потом его скидывать. Рацион питания мезоморфа должен быть сбалансирован в таких пропорциях. 35-45% белка, 25-30% жиров и 40-45% углеводов. Предпочтительные источники белка – это, конечно же, животные белки, такие как говядина, рыба, белок яиц, индейка, курица и так далее. Основное правило для мезоморфа – это не употреблять большое количество жиров в своем рационе. 20-25-30% – это просто максималка. Самое, если вы будете переходить за 30%, то это очень плохо, и вы можете заплыть просто. Жиры, конечно же, должны быть в основном полезные, да, то есть это оливковое масло, это орехи, такие жиры, которые не будут вам вредить и не будут чисто идти в ваш жир. Питание в течение дня должно разделяться где-то на 4-6 приемов пищи. Исключить нужно жирную и тяжелую для желудка пищу, также исключить алкоголь. Сладости иногда допускаются, но только в послетренировочный период, чтобы восстановить энергию. Пить нужно мезоморфу где-то 2-3 литра воды в день. Ну вот и все, друзья, основные правила для мезоморфа, чтобы поддерживать хорошую рельефную фигуру. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, потому что вы тогда будете жить долго и счастливо. Поставьте колокольчик, чтобы оповещало вам о моих новых видео. И также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Пожалуйста. Увидимся в следующем выпуске. Пока!